Здравствуйте! В этом видео я расскажу, в чем отличие между профилем, бизнес-страницей и группой. Это один из самых часто задаваемых вопросов у людей, которые только начинают работать с Фейсбуком. Я расскажу и покажу вам визуальные и функциональные отличия. Покажу я на примере личного профиля Артема Нестеренко. Вот это личный профиль. А вот это бизнес-страница. Как понять, где же страница, а где личный профиль? Если вы видите рядом кнопку «Добавить в друзья» или «Подписаться», то это означает, что вы попали на личный профиль человека. Если вы видите возле обложки кнопку «Нравится», то это означает, что вы на бизнес-странице человека. Также под названием бизнес-страницы уже можно посмотреть, сколько человекам понравилась эта страница. То есть, другим языком, это те люди, которые наблюдают за жизнью этой страницы. На данный момент у Артема Нестеренко 6540 пользователей. Это самые первые отличия, которые помогут вам понять, зашли вы в профиль к человеку, либо на бизнес-страницу. Также в Фейсбуке принято в личном профиле писать о своей жизни, о своих увлечениях. В Фейсбуке запрещено использовать личные профили в качестве бизнес-целей. Никогда не называйте личный профиль именем компании. Компания в гостях у сказки, либо как вот этот банк. Вот видите, кнопка «Добавить в друзья». Это означает, что вы в личном профиле. То есть личный профиль предназначен полностью для вашего личного использования, для вашей личной жизни, ваших фотографий, общения с друзьями. В Фейсбуке считается дурным тоном вести бизнес на личном профиле. Те люди, которые грамотны в Фейсбуке, увидев, что вы ведете свой бизнес на личном профиле, не воспримут вас всерьез. Фейсбук официально запрещает использование личного профиля в бизнес-целях. Такие профиля в любой момент могут быть удалены, и вы просто такими действиями портите репутацию вашей компании. Давайте по пунктам перечислим отличия профиля от бизнес-страницы. Страница предназначена только для бизнес-целей. Профиль предназначен только для себя, для вашей личной жизни. Второй пункт. Люди, которые подписываются на вас, на бизнес-страницу, называются поклонники или фаны, фанаты. Это те люди, которые нажимают кнопку «Нравится». Их количество не ограничено. На личном профиле вы сможете добавить максимум 5000 друзей. Третий пункт. Страницы индексируются поисковиками. Прежде всего индексируется название страницы, ваши публикации, посты и описание. Личные профили тоже могут индексироваться, но если вы закрыли информацию в настройках, то, естественно, для поисковиков она тоже будет недоступна. Четвертый пункт. Бизнес-страницы открыты даже для незарегистрированных пользователей в Facebook. Вы можете проверить. Даже если вы сейчас выйдете со своего личного профиля, то по прямой ссылке на бизнес-страницу вы сможете легко попасть и просмотреть все ее содержимое. Пятое отличие. На странице нет ограничений на количество администраторов. Личный профиль принадлежит только вам. А на страницу вы можете добавлять неограниченное количество администраторов. Также в настройках есть разные виды прав, доступа, которые вы можете дать человеку для ведения вашей бизнес-страницы. Шестой пункт. Только на страницах существует статистика. В личном профиле ее нет. А как известно, что в ведении бизнеса статистика очень важна. Именно по статистике вы сможете точно определить вашу целевую аудиторию, и ту информацию, которую предпочитают ваши поклонники. Это очень важно. Следующее. На бизнес-странице вы можете добавлять приложения любой сложности, которые вы сделаете сами или воспользуетесь приложениями других компаний. И последнее.
Это то, что бизнес-страницу можно рекламировать. Это тоже одна самая неотъемлемая часть для ведения бизнеса. Сейчас я перечислила основные отличия личного профиля от бизнес-страницы. Давайте с вами двигаться дальше. Чем отличаются бизнес-страницы от группы? Ну, во-первых, группы бывают трех видов. Открытые, закрытые и секретные. Как понять, что вы попали на группу? Когда вы открываете страничку и видите «Присоединиться к группе» либо вот здесь, либо чуть ниже зеленой кнопочкой, это означает, что вы попали на группу. Открытые группы вы сможете легко зайти, не добавляться в группу, просмотреть информацию. В закрытых группах, чтобы увидеть весь контент, вам нужно отправить запрос модератору после того, как он одобрит вас и добавит в группу, вы сможете просматривать информацию и делиться своими мыслями. Секретные группы нельзя найти в поисковике. На них можно попасть только по приглашению или по прямой ссылке. Группа удобна для более закрытого общения, проектных задач. Самый, на мой взгляд, минус в группе – это то, что Facebook разрешил добавлять пользователей в группу без их разрешения. То есть вас могут добавить в группу, вообще не существующую вашим интересам. То есть, ну, например, такую, как ко мне, да? Мне неинтересна рыбалка, а я захожу на свой личный профиль и вижу, что меня добавили в группу все о рыбалке, о рыбах и так далее. Естественно, мне это неинтересно, и мне приходится лишний раз выполнять какие-то действия. В общем, это, на мой взгляд, я считаю, что такого делать не стоит. Ну и давайте по пунктам разберем отличия. Группы от бизнес-страницы. В группах невозможно вести общение от имени самой группы. Что это означает? Если вы публикуете пост на бизнес-странице, то он идет, то его можно опубликовать именно либо от бизнес-страницы, либо от своего имени, от личного профиля. В группе же вы публикуете пост только от себя лично, не как от группы. Группа – это просто площадка, где люди общаются между собой. В группе посты участников не видны в ленте новостей личного профиля. За исключением, если участник есть у вас в друзьях. То есть для того, чтобы увидеть все посты в группах, вам нужно всю группу добавить к себе в друзья. И если в группе 1000 человек, представьте, каждый будет что-то публиковать, то вам это просто надоест быстро получать постоянно уведомления. Уведомления, конечно, можно настроить, и отключить, и как показывает практика, чаще всего человек так и делает. Он просто отключает уведомления данной группы. Соответственно, если у вас нет в группе друзей, то вам нужно будет сначала зайти в группу и потом увидеть, какие же новые посты там были сделаны. Группы не индексируются поисковыми системами. Они являются полностью закрытой площадкой. Если человек не зарегистрирован в Фейсбуке, то он по прямой ссылке не сможет зайти в группу, в отличие от бизнес-страницы. В группах нет никакой статистики. Также в группах довольно скудный функционал. Все, что тут есть, это... Сейчас я вам покажу. Все, что здесь есть в группах, это возможность оставить публикацию, добавление фото, видео, создание какого-то опроса и добавление файла, таких как Word, PDF, Excel, PowerPoint. Все загруженные файлы сохраняются в отдельном меню, название также «Файлы». А здесь вы можете создавать документ, но документ представляет собой аналог заметки. Также здесь есть фотоальбомы. Можете вы создать мероприятие. Вот и все. Больше, в принципе, у группы никаких возможностей нет. Группу нельзя рекламировать. Это тоже неотъемлемая часть в бизнесе. Подведем итог и сделаем вывод, что группа не рекомендуется для продвижения бизнеса. С помощью групп, с помощью личного профиля двигать бизнес просто-напросто в Фейсбуке не предусмотрен.
Теперь, я думаю, вы поняли разницу между личным профилем, группой и бизнес-страницей. И как раз в следующем видео мы коснемся только обзора бизнес-страницы. Переходите к следующему видео. С вами была Евгения Головачева. Пока-пока!